Так, мы завалили какого-то каменного древнего его. Древний назвали, по-моему. Сейчас будем дальше освобождать свет. There it is. Watch our backs, boy. Тут вот мы его завалили тут. Сундук я открыл. Так что. А что, если мы пойдем туда? Тут теперь мостов этих дохера. Это тут есть два моста, а там еще дальше тоже было два моста, какая-то развилка. Теперь будем все это проверять нам. Вообще никуда тут не пройти. Слушай, а вот тут можно прям спрыгнуть? Нет, блин, а как туда пройти? Да, каменный и древний. Откройте мир. Эти мир огня. А, соберите тайнопись. Это надо искать. Причем вот во всех мирах. В этом мире мы одну нашли. И в том, по-моему, в Мидгарде одну, и в Альфхейме одну тайнопись. Так что этот квест откроется постепенно. Ну, точнее, пройдется постепенно. Тут спрыгнуть нельзя. Может быть, даже и не надо. Ладно. Huh. Guess the light makes more than bridges. Maybe this will spit us out on top. Да, но. Тут же есть эти еще. Или тут свет не открылся. А, смотри-ка, тут-то свет сюда не прошел. Почему-то. Не очень понимаю эту концепцию. Тут мы уже ящик этот открыли, сундук, точнее. Сундук-то, ну это не сундук, а гроб. Тут света до сих пор нет. Значит, нам надо все-таки идти, как сказали нам, наверх. Окей.
The blue door! We made it! Но снизу остались еще неисследованные места. Мы вернулись к озеру. Кстати, тоже, по идее, платформа как может выехать, как там. You know, I will never get used to walking on solid light. Священный круг. The door. There's no seam. What? We have a problem. Вышли. These doors do not open. Hello? I don't get it. Why even have a door then? Hello? Come, we will find another way in. Смысле hello? На что ты надеешься, когда говоришь hello? Сейчас такой сейчас. An ordinary chest must be nearby. О. Так. А снизу... А, снизу мы и сражались. Так, я вижу одно место. А там он, собственно, он внутри лежит. Второе? А где третье? Знаешь, отсюда не очень удобно кидать. А, вон второй. Все вижу. Блин. Промахнулся, уже не хватит времени, наверное. Нет, видимо, не успел. Да. А, фу. Уже третий из трех, отлично. Рок меда крови, третий из трех. И теперь у меня что? Максимальная ярость увеличена. Хотя я редко и пользуюсь, но я думаю, в свое время она пригодится. И в свое время я буду рад, что она стала чуть дольше. Когда будет какой-нибудь босс вообще. Жуткий. Так. The dwarf again. Sindri? Опа. Hey, Sindri. We found something interesting. Oh, really? I love something interesting. Чё тут... Как ты оказываешься в этих местах всех? Ну, это hey, такая... Sindri. Could you take a look at this? Honestly, this way. Ерунда. Игровая условность. Hey, Sindri. Could you take a look at this? Honestly, I don't have much else going on right now. Whoa! You killed an ancient? Yes. Was it difficult? Yes. Is that all you're gonna give me? Yes. So how come Brock's blue and you're not? Boy,
Oh, it's fine. Very good question, actually. You see, my brother's not as careful as I am. In fact, he prefers to work with metals using his own bare hands. No gloves. Says it's the only way he can hear what it wants to be. Touch enough raw silver, and it changes your skin irreparably. That means forever. I wouldn't bring it up to him, though. You know how sensitive he can be. I guess that makes sense. Yes, yes, come in! Так-так, может быть... блин, что мне теперь надо? Надо три сердца древнего? Ну, капец. Под конец игры получим, называется. Еще три обломка древнего. Еще три обломка древнего. Короче, еще двоих древних убьем, и тогда только сможем сделать. Рунные запястья. Талисман. Нужна пыль миров некая. Уклонение в последний миг вызывает смещение миров, временно замедляющее соседних врагов. О, это полезная штука. Но только, блин, пыль миров где взять? А кроме этого, ничего, насколько я понимаю, нет. And what can I do for you? Сталь. And back to you? Тут, конечно, можно колчан улучшить, но я все серебро спущу на это. Может быть, не стоит рисковать. Пламя у меня нету тоже. Так что улучшать, по сути, уже нечего. Рукоять. У меня вот это и так стоит, насколько я понимаю, да? Нет? Или у меня другая стояла? Легкая боевая рукоять. А, у меня легкая защитная рукоятка стоит. Правда, улучшить я ее не могу. Ну, кстати, у меня откуда-то чешуя мирового змея где-то. Все-таки я подобрал ее. Не заметил даже. То есть есть еще вот такая рукоять. Но особо смысла не вижу. Уменьшать защиту и живучесть ради рун и удачи. Oh, what? Nothing? Oh, okay. Да. We're inside. Ganatuya. Of course. I wonder what those are attached to. Almost. Погоди, может быть, все-таки стоит отсюда кинуть. Отсюда как-то более выглядит. Нет. А, их не два получается, я их... Еще раз. А, их значит не два. Сейчас подеремся.
Yes, we're doing this! Камера была. Блин, не успел поставить блок. А, не буду еще на камень. Камень, он прям крикнул камень. Блин, я пока плохо дерусь, извините. Так, секундочку, я тут забыл один навык, типа.
Нет, вот это вот я вкачал, да? А, удерживание R1. Как типа сбить вот так вот с ног? Забыл. Вот я говорю, пока еще не все запоминаю, поэтому... Поэтому пока еще страдаю. Но мне нравится, на самом деле. Надо бы прокачать, на самом деле, у меня 6500 экспириенса. Надо бы вкачивать, как бы, использовать их. Как вот еще раз, я не пойму. У меня вот стоит. На броне у меня это стоит, вот это. А, это. А! Стоп, у меня он выбран. Что-то я думал. У меня уже нет вот этого, у меня стоит вот это. Уклонение в последний миг вызывает смещение миров. Это у меня стоит он уже. Я что-то тупанул. Ладно. Это дало. А. Сталь. Сейчас еще порция врагов, и я сосу. Ну ладно. Чекпоинт был, так что все нормально. Everything okay over there? Ой. Hold on! Не успел, а ты что стоял там? Я одного завалил, второго, третий уже до меня добрался, а этот стоит в носу ковыряет. Брал и чекпоинт был. Отлично. Так. Enemy down!
before the Dark Elves destroyed everything. Какие-то эти взрывные кошмары. Они любят подобраться поближе, а потом взорваться. Откуда у них такое самопожертвование? Может быть, ими управляет один общий разум? Как бы то ни было, они очень неприятны. Это точно. That goddamn right. Вот так вот неожиданно сказал Кратос. Что это? Так. Тут опять-таки того. Ящичек. Который надо как-то открыть. Высвободить, точнее. Непонятно. Только как. Нам туда. Ты предлагаешь идти, да? А я не пойду. Пойду сюда, значит. Я слышу эту... А, вот она. Ну, это, правда, не то, но тоже полезно. А как вот тут вот высвободить, непонятно. А, вот я что-то вижу, может быть там вот. Нет, не только лишь там. Но явно это одна из них. Ну ладно, давай перепрыгнем тогда. Теперь я вижу. Что? Вот. Рунный воинский пояс. А, плюс руны защиты, минус сила и удача. Ну, опять-таки. Не знаю, блин. Вот этот пояс обета смерти, насколько понял, кстати говоря, это не просто, ну, в обычном издании игры его нет. Оно там в каком-то цифровом расширенном издании только. То есть это не самое такое... начальное обмундирование. Поэтому оно превосходит, блин, уже несколько сетов, которые идут по ходу сюжета. Так всегда получишь какую-то донатную, ну не донатную, там штуку за предзаказ или там из более расширенного издания. А потом то, что тебе встречается в игре, ты такой, фью, что это за дерьмо, у меня есть лучше. Вам знакомо это чувство? Так, вроде ничего не оставили позади, пошли. Нам куда? There, the light. They've covered it up with that stuff. Why would they do that? Интерьер. Священного круга. Look, another light off. What's he doing?
Oh no! Why are they killing him? He didn't do anything. Do not assume. You are seeing the end of a war, boy. You do not know what led to this moment. But he didn't even defend himself. That was his choice. We make ours. Блин, надо с запозданием это делать. Да, чёрт. Ой, блин, я перепрыгнул. Воу, вот это я сочил. Так-так, остались только ты и я. И мой сын. Блин! Is near. Look for a way inside. Ну только под конец я немного там пропустил прям серию. Не знаю, заметно это или нет, но я стараюсь использовать весь арсенал приемов, как бы в каждом бою, прям все фишки его. И как бы это мне зачастую вредит, я стараюсь всегда вспомнить. А вот это я сделал, а вот это сделал. Потому что в полубитве мне, ну, типа, хочется тупо долбить на одну кнопку там. Но это не прикольно. Я стараюсь там, вот эту комбо, а вот эту комбо сделать. Из-за этого я иногда просто пропускаю атаки. Так, ладно, давай рубить чё. Hey, some of the light is peeking out over here. That did it! Look, more light bridges. Follow me. А, во, я слышал это. Блин, вот эти штуки. Я небось еще половину пропустил. Стоп, погоди, ничего не выпало? Ничего не выпало, серьезно? Такое бывает? А тут мост не провелся. А, потому что свет прошел вот отсюда. Только через это окошко. Понятно.
Так. Что теперь? Be ready! Ты тоже давай, помогай, батя. Опа, видали? Видали? Что? Новый совет? Достаточно одного удара, чтобы заставить их взорваться. Кроме того, взрыв наносит урон другим врагам. Это полезно при сражении с большой группой. Блин, я не то сделал. Не, ну я в самом начале взорвался вместе с этим кошмаром. Просто все хп. Мне сказали, блин, используй это с умом. А я такой, чё? Focus up! Не получилось красиво. Да блин, я забываю возвращать мне. Так. Иди сюда.
В смысле? Он призывает? Какого хрена? Все, угомонились. Это какой совет? Он умеет перехватывать броски, но если застать его врасплох, сильный бросок папиного топора может его заморозить и лишить подвижности. А если он начал раскручивать свое оружие, значит, он собирается призвать больше темных эльфов. Тогда его надо остановить, пока он не ударил по земле. А, вот оно что. Вот оно что. Спасибо, блин, вовремя. Ладно, все познается на опыте. Блин, я очень хочу что-то прокачать, потому что у меня 6900 уже опыта. А, я все такой. Чё бы прокачать? Может быть, вот это вот? Или вот это вот? Ладно, подумаем, еще подумаем. Я правда не думаю об этом, я забываю, а потом опять такой, чё бы прокачать. В смысле? You're restoring all the pathways. Да, но это как бы что-то не очень быстро происходит, да? По одному маленькому клочку света, по одному окошку высвобождаем. Так, тут что-то полно этих штук. Вломитесь в улей? Прям вломиться надо? Слушай, а тут... Прям все надо одновременно сделать? Могу там... That looks too hard. Maybe we could find the light somewhere else. No, give me a moment. Серьезно, прям надо все? Да нет, нереально. Они все. Смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Они все в разных траекториях. Одной линии 8 штук. Нет, не зафигачить. А, вот так вот.
нет. Все равно. Это, наверное, потом. Тогда давай вот с этим разберемся. Так вот. И вот эту последнюю. По прямой. Что за лицо? Что-то тут тесно, Атрей, подвинься. Think we're supposed to be in here. Quiet. Прям ули какие-то уже. Did you hear that? Stay alert and by my side. Тут будет эта королева матка какая-нибудь. When we make it to the light, how do you think we get it into the Bifrost? The witch said to step into it. She did? When she was ripped away from this realm. Oh, how did I miss that? You are more concerned with her safety than our goal. Is that a bad thing? If one prevent... Father! Quiet! I have him. Your knife boy. Stray from me, boy. You don't gotta tell me. Oh, so sticky. Hinanuna! Another one! Stay back. Свет Альфхейма. Слушай, тут сейчас будет, мне кажется, будет мясо ща. Разрушите улей и заберите свет. Это кошмары? Или это эти? А, это все они, эльфы, как мухи. There. When it falls, be ready. We will need to move quickly. Okay. Jump, boy. Here they come. Stay behind me and protect our flank. Yes, sir. Done. Yeah.
boy. I will clear our path. Shorten the time between your volleys. What happened to accuracy on the speed? There are many targets. You will not miss. A narrow path negates superior numbers. Stay focused. Are you injured? I'm fine. Wow. It's beautiful. Можно было ярость включить и просто раскидать их, конечно. The light. Но так было как-то. It's making the whole temple reappear. Более сложно. It's the source of all of it. Wait. It's singing. I hear her! I told you I heard her! Do you think she's in there? Ah! Ah! Ugh, that really hurt. I felt like my head was on fire. Stay here. But I wanna stay go- here. Use it as a last resort. You're giving me your axe? I'm letting you hold my axe. It's not a gift. Still. You have to come back. You left me here alone. Atreus? Alone with him. He always leaves. He's never here. He doesn't want me, and he never will. Какие-то потаенные страхи? Doesn't know me. Doesn't seem to want to. I'm strong. I'm smart. I'm not what he thinks I am. I know better. He doesn't talk to me. Doesn't teach me. It should have been him. Do you hear me? Him, not you.
except... I don't mean that. You know I love him. I just wish he was better. I know he can be. So if he tries, I'll try. But if he doesn't, please come back. I know you're out there somewhere. Ну, это даже не потаённый страх, а скорее прям реально мысли о Трее. What have you done? Why did you do that? I saved you! You were trapped in there! I waited, but you wouldn't come out! So I pulled you out! Boy! I was gone only... Ого, он тут перекрасил. Moments. No! You've been gone a long... long time! I didn't know what to do! You left me here! Again! Why don't you care? That's impossible. We should go before they come back. Приколись, он уже повторил так. I hope you got what you needed. Нет! Прошло 20 лет. Да. Yes. Look, there's our exit. Такой сразу. There's no light to make a bridge. Сразу перестал быть. And the witch's bowstring is useless. Капец, он тут покрошил, пока меня не было. Представляете? Где мой топор? Почему я не могу его взять? Ладно. Нам ничего не надо больше трогать. Свет нет. Boy, your bow. Hold it out. Стрелы света. Вы получили стрелы света. Стреляйте ими в кристаллы, чтобы зарядить их свет, их светом Альфхейма. Вот, а теперь будем ходить тут, блин. On my mark. Loose your arrow into the stone. It worked. We can now make our way back. Come. Вот. В общем, продолжим в следующий раз. Спасибо за просмотр. Пока.